Там, где жаркое лето круглый год, зебра весело живет. Зигбит бегает по джунглям, хо-хо, когда бывает трудно. Зигбит, рядом с ним его друзья. К приключениям и проделкам наш герой готов всегда. Берти крикнет: «Эй, осторожней!» А Макмир готов помочь всегда. Зигбит бегает по джунглям, хе-хей, когда бывает трудно. Зигбит, рядом с ним его друзья. Зигбит знает все. «Сокровища бухты попугаев». Автор сценария Дэвид Вит. Режиссер Марк Бернард. Не волнуйся, Берти, я все взял для нашего маленького пикника. О, все-таки давай еще раз проверим. Покрывало для пикника. Взял. Крем для загара. Есть. Зонтик. Вот он. О, корзина с едой. Кто несет корзину с едой? О, Махмир! Эта корзина такая тяжелая. Спасибо, Зигби. Видите, ребята, мы ничего не забыли. А куда мы идем? О, мы сейчас переплывем на другой берег реки. Да, вперед! Я лучше подожду вас на этой стороне. Запрыгивай, Берти! Уверен, что в лодке безопасно. Конечно, не быть мне полосатым. Чувствую, что впереди нас ждут неприятности. Зара, Лоренс, хотите с нами на пикник? Нет, мы не можем, мы играем в пиратов. Я капитан Зара, самый храбрый пират всех морей и океанов. А я деревянная нога Лоренсу. О, пираты, как страшно! Не бойтесь, мы хорошие пираты, правда? Пойдем, деревянная нога, нас ждут пиратские дела! Зара, а что же делают пираты? Ищут сокровища, деревянная нога. Давай посмотрим карту. Итак, чтобы найти сокровище, нам нужно перейти через мост, войти в пещеру и обойти дерево. Где же сокровища? О, они будут здесь. Крестиком я обозначу это место, и мы его назовем... Я знаю! Бухта попугаев! Отлично, деревянная нога! Сокровище бухты попугаев! Спрячем карту, чтобы с ней ничего не случилось. Эй! Этот попугай украл нашу карту сокровищ! За ним! За ним! Ну, видишь, Берти, все в порядке. Осторожнее, попугай! Что это? Кажется... Карта сокровищ! Ой, давайте искать сокровища! Да! О, нет! Поплыли! Будет интересно! На поиски сокровищ! О, мы впервые оказались в этой части реки. Не волнуйся так, Берти. Жаль, Зара с Лоренсом не с нами. Давайте вернемся обратно. Да, как только найдем сокровище. Туда! А мы найдем нашу карту сокровищ, капитан? Конечно, друг! А когда мы найдем ее, то попугая-воришку посадим в клетку. А, в клетку? Зачем? Потому что у настоящих пиратов должен быть попугай. Мы еще не приплыли. Ну, это с какой стороны посмотреть на карту? С этой? Или с этой?
Я ничего не вижу. Я же сказал, я ничего не вижу. Да сядь, Макмир, ты перевернешь лапу. Помогите! Да перестань, не кричи, Берти, вставай. Мы у самого берега, здесь не глубоко. О, мы потеряли все вещи для пикника. О, что такое? Здесь очень много попугаев. Все правильно, мы на верном пути. На карте есть бухта попугаев. И пусть у нас не будет пикника, зато мы скоро найдем сокровище. Все за мной! Ура! Ура! Не улетай, попугай! Верни нам нашу карту! Смотрите, капитан, я вижу лодку Зигби! Возможно. О, но, скорее всего, это корабль пиратов. Да, деревянная нога. Эта лодка принадлежит пирату в черно-белую полоску, самому свирепому пирату в бухте попугаев. Пират в черно-белую полоску? Флоренс, не убегай! Мы же играем! Я все придумала! Флоренс! Смотрите, мост! И на карте есть мост! Давайте перейдем. Но он не совсем такой, как на карте, Зигби. Нет, он лучше. Потому что раскачивается. Я теряю равновесие, Макмир. Все, останавливаем. Вот так. Вот так лучше. Вот, Берти, Берти, ты не ушиблась? Да я в порядке. Хорошо. А сейчас нам надо найти пещеру. Вот же она. Берти, ты молодец. Ты нашла пещеру. Побежали я смотреть. Я знала, что ты скажешь это. Мы скоро найдем сокровища. 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 Как же больно, мои бедные крылышки. Мне кажется, у меня все полоски перемешались. Давайте еще раз. Ой, что с моей кепкой? Смотрите, эта лодка похожа на нашу. Это и есть наша лодка, Макмир. Мы были здесь. И мы не нашли никаких сокровищ. Зигби, ты неправильно прочитал карту. Давай я попробую. Нет, я хочу домой. Искать сокровища. Домой. Сокровища. Осторожней, домой. Ох, мы разорвали карту. Все из-за меня. Простите, друзья, что втянул вас в неприятности. Но не будь я полосатым, если не найду выход. Интересно, куда полетели попугаи? Побежали за ними. Уверен, что они знают, где спрятаны сокровища. За мной! Дерево, как на карте. Сколько на нем фруктов. Все самые любимые на одном дереве. Какая сладкая груша. Там вкусный персик. Но мы все равно не нашли сокровища. Нет, нашли. Самые лучшие сокровища — это те, которые можно съесть. Манго! Мы нашли все, что искали. Это была просто игра, Лоренс. Нет никаких пиратов. Правда? Да, правда. Смотри, капитан, попугай-воришка, давай заберем у него карту сокровищ. Зигби! Привет, Зара! Привет, Лоренс! Я знал, что вы здесь.
Мы провели целый день в поисках сокровищ. О, вот, угощайтесь. Так это была ваша карта сокровищ? Да, ведь мы храбрые пираты. По нашей карте вам удалось найти столько сокровищ. Зато сейчас без карты мы не знаем, где дом. Помните, утром, когда мы уплывали, мы видели этих попугаев в бухте чистой воды. Может, они там живут? Да, поплыли за ними. Спасибо, попугаи! Фильм дублирован по заказу ЗАО «Первый канал» «Всемирная сеть».